Всем привет, с вами Хантер и Драгон Фрей. И мы продолжаем. Играть в игру под названием Майнкрафт. Я прыгнул в озеро, даже не сохранив свои вещи, но я вытащился. Я смог выбраться. И меня не убило. Прикольно. Да блин! Твою же налево. Давай наверх. Где последний респонс? Там наверху. И мы сейчас пойдем к нашей старой подруге, нашему старенькому домику, отдыхать там. Давай заберем, а? Хорошо. Наберем вещи и пойдем отдыхать. И в домике мы отдохнем у нас. Но сначала мы дойдем до палатки той. И там передохнем. Чекпоинта, а он, кажется, был вот здесь озеро, да, и не в это озеро, он вон на той стороне был. Ага, а я там прикольно прыгнул, такой, ваааа, котиками! Не котиками. Так, я не знаю, вот тут допрыгнул. Давай до последнего чекпоинта, дуй, я, кажется, знаю, где он. Да, нет. До последнего чекпоинта, блин. До последнего, блин. Слушай, надо точки достать, вот я все хочу запомнить. Клиенты со всеми водами, с которыми мы играем, будет оставлен в описании видео. В комментариях я его оставлю. Я тебе советую в описании, а ты не слушаешь меня в комментариях. А комментарии и описание это одно и то же. Вот. Ай! Слушай, я чекпоинт не могу найти. А я вот тоже не могу наш чекпоинт последний найти. Я вот забрался сюда и могу его найти. Я его даже не вижу. Так, подожди, а Ой, не прыгать! Так, я опять. Слушай, я буду как комикадзе сейчас прыгать, пока я не попаду. Yeah. Но я помню, что это было не Я помню. Я нашел! ТП! Ой! Да твою же налево! Привет! Поскорее меня толкать! Это сверху мое! А снизу мое! А снизу твоего вообще нет! Я знаю. Ну, я забираю мой сундук. Это мой сундук. Я его поставил, хотя это общий. Ладно, пошли до того чекпоинта. Да, слышь, я не короче вижу, что горы. И вот там, у меня все нравится, где, смотри. Нет, у меня осталось вообще 1 хп. Я супчик ем. Конечно, у нас здесь супчиков появилось. Дофига. Скажи. А вот тут я попаду. А, слушай, а я попал. Я попал на этот раз. Ясно. Ладно, я иду до предыдущего чекпоинта. Мы один чекпоинт просто убрали, Саш. У нас одного чекпоинта уже нет. Все. Потому что мы вот этот чекпоинт даже убирать тоже не будем. Это будет наша привальная местность. Привальная. А что? Да, я могу сказать приватная местность. Ну, привал здесь мы устраиваем. Что тебе? Я убью пока есть овец и сделаю здесь кроватку. Здесь кровати сделаю. А, подожди, у меня же сейчас дом отвечен. У меня сейчас как бы добить и карте отвечен дом. Не, я без отмечаний, я просто так хожу, как будто у меня нету этой карты просто. Падай, свинь... Ой, блин, извините, у меня здесь немножко зависает.
Извините, что... Ну, ты знал, что ты записываешь. Ну, у меня, например, когда я вот фразку с друзьями фразку записываю, да? Ну? Ты не знаешь, как у нас мать фразку пьём. Ты не знаешь. Ну, ладно, мы продолжаем играть. И здесь я сделаю кроватки. Ну, сделай, но мне это сейчас надо добраться до чекпоинта по-хуму. Ой, блин, ай. У нас там чекпоинт, вот, телепортируйся ко мне. Да, я видел, я сейчас в верстаке сижу. Опа-на. И вниз пророю, это будет наше убежище. Раз, два, три, четыре, пять. Понял. Чё понял? Я сейчас так же был не готова дойти. Эй, да чё? А чё ты там нашёл? Ай, больно, блин. А чё ты там нашёл? А, по пистяку схватил, блин. Наверное, это я. Ты? Да, это я. Так, я сейчас попробую до дома до нас добраться. Где вот... Я здесь в нашей нычке сижу, которая внизу у нас, привал. Там вот такая есть дверка, я там сижу у нас. Подожди, слышишь, ну, я сейчас дом найду, ты сможешь ко мне прийти. А мне не хочу, я хочу просто найти, как будто его... Просто я хочу его найти, без всякого тыпеха, нет. Я просто его найду как раз по пути и буду записывать. Ну да, но понимаешь, мне бы лучше было бы, если я... Ой-ой-ой-ой-ой, вот это плохо. Чё? Ночь, вот что. Я знаю, не... Ну, блин, мне надо уже... Ага, всё, нашёл. Так, я обхожу эти города, даже я знаю там чекпоинты, где даже не... А, я могу уже прям через гору вот так промчаться. Я могу, да, я чем могу через гору. И да, я первый. Yeah. Ну, я просто через гору промчался. Я вон тебя вижу даже. И я хочу сделать супчик. Я первый. Я мухоморы нашел. Кроватка. Стою, кроватка. Кстати, вот в будущем, я вот знаю, что где всё-таки я, что я хочу сделать, да? Что? Я хотел сделать вот эту карту, смотри. Короче, там будет что-то типа вот внизу, дом подожгут, типа его подожгут, тебе нужно будет попасть через... Ой, о, вот, вот. Слушай, телепортируйся ко мне. А я уже здесь. Давай, ложись. А, я лег. Да, спокойной ночи. Доброе утро. Что ты поспать-то не успели? Доброе утро. Доброе утро. Я пойду просто прогуляюсь. Свежим воздухом подышу. Убью скелетов как раз вовремя. А, мазила, скелет. Мазила. Блин, даже ничего не дал. Даже еды. Ладно, я пошел. А, все. Ладно, всем спасибо, что смотрели наше видео. До свидания. И до новых встреч.